Это автор и исполнитель, музыкант, гитарист, виртуоз. Встречаем Александра Кузьминых! Родителям, ты позвони своим родителям, помни ангелов-хранителей, подари внимание им. Родителям, постучи в двери родителей, и откроется нам сердце близких людей. Листая семейный альбом, душу теплом. Смотрю сквозь года, как будто это было вчера. На фото родительский дом, уютно, тепло было в нем. Годы бегут, и нас там очень ждут. Дни и годы идут, и всегда здесь нас любят и ждут. Родителям, ты позвони своим родителям, помни ангелов-хранителей, подари внимание им. Родителям, постучи в двери родителей, и откроется нам сердце близких людей. Дома того уже нет, в памяти остался его теплый свет. Порой вижу во сне старые стены, праздник в семье, песни папы под гитару, на столке воскресенья, медовый торт мамы в мой день рождения. Сколько лет мне исполнилось нам, берегите отцов и мам. Родителям, ты позвони своим родителям, помни ангелов-хранителей, подари внимание им. Родителям, постучи в двери родителей, и откроется нам сердце самых близких людей. Александр Кузьминых! Так, вот у нас тут есть специально обученный человек, который убирает микрофон. Саша, вот давай, пожалуйста, тебя сюда поставим. Привет, Саша! Привет! Давно не виделись, да, рада тебя видеть вновь в нашей студии. Слушай, ну ты приходил, играл на гитаре, это было круто, а ты еще, оказывается, и поешь. В этот раз он начал петь. Вот так вот, вот. Рассказывайте, как все это произошло. Вообще, я начал писать песни около 10 лет назад, писал в стол очень долгое время, и вот 2 года назад я решил свои песни, так сказать, реабилитировать и представить их на суд широкой публики. Слушай, ну хорошая песня, она вот такая понятная всем, про самое важное в нашей жизни, про наших родителей, про наши два крыла. Да мне уже прямо сейчас захотелось позвонить своей маме. Вот как только будет у нас рекламная пауза, сразу же обязательно позвонишь, да, тоже привет нашим родителям. А где ты черпаешь вдохновение, Саш? В поездках. Я все песни пишу после отпуска. То есть я куда бы ни ездил, я всегда после отпуска пишу песни. Слушай, интересно. Муза когда снисходит и... У меня появляется творческий порыв. Ты дома или в поезде уже? Обычно дома. Я сижу дома. Воспоминания, да? Да, воспоминания, ностальгия. Сколько вообще песен накопилось? Там уже хватает на целый альбом. Хватает, хватает. У меня более 20 песен. Угу. Вот. То есть они есть официально выпущены. 2 песни в год. Считается. Да. Ну да, с математикой хорошо, в Артуре, да. Слушай, ну а в каком стиле ты поешь? В основном это авторская песня. Это что-то такое с элементом лаунжа, может быть, немножко джаза, потому что я большой любитель босанова джаза.